Привет всем, начинается новое прохождение на канале, игра называется Medium. Игрушечка очень требовательная. It all starts with a dead girl. Как обычно, мертвые маленькие девочки. Еще и по лесу бежит. С кулончиком. Угу, да, конечно. Маньяк какой-то гонится, естественно. Ну да, да. О, да, отлично. Все, бежать больше некуда. Какой-то взрослый, ужасный чувак. Совсем молодая. Сколько, лет 13? Ага, вот так. То есть даже не утопит. Громко-то как, вы чё? На нах. С перчатками, ублюдок. На пистолет не посмотрел, но он был на Макарова похож. Чайник закипел. Алло. Вырубай. А вот, собственно, и главная героиня. Надо увеличить субтитры. It's the end of summer. The girl is running through the woods. The moon, the scent of pines. Ах, главная героиня, это симпатичная. The gunshot. Зачем две? Кого-то кормит. Blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened. This scar of a memory. A part of me I could never fully understand. Well, that wasn't the only part. No wonder people used to think I was strange. If they only knew. О, как оно. Ладно, сейчас ты будешь рассказывать нам всю правду. That day when the phone rang, it was the hardest day of my life. Ух ты. The day I went home to say goodbye to my father. Обалдеть. Dress him up for his last journey. Put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. But ну, красотень. Looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. I was almost ready. I just had to find his special tie clip. Зажим, говорит, для галстука. Мы тебя обязательно найдем, но сначала увеличим субтитры. Срочно. Срочно текст. Текст. Шрифт. Вот так хочу. Крупный. Это прекрасно все. Еще я хотел кое-что посмотреть, сейчас вернусь. Так, все, что я хотел, я проверил. Немножко аудио мы уберем. Потому что, ну, беда. Беда, беда. Все, вот так хорошо. И теперь можно спокойненько себе продолжать. Ну, наконец-то, теперь я спокойно могу играть дальше. Все, перенастраивал, все, что мне надо было. Поехали, посмотреть. R, прочитать. Октябрь. Хорошо, похороны, УЗИ. Дева Мария Разрез, биопсия, вот так. Марианне, посылочку, прием у невролога. Ой-ой-ой. Ну, хорошо. Ноябрь, 10 святых, день поминовения, ёлопал. Операция, говорят. Операция. Это у бати, видимо, так было, да? Хорошо. Так, это у меня... Ага, это не максимальная громкость, но вот так хорошо. Потопали.
Здесь ничего посмотреть нельзя. Ну, судя по всему, нельзя. Поехали. Бля. Shit. Это зачем так пугать? Nice to see you too. Есть. Спокойно сейчас. Можно так это покрутить? О, блин, как неудобно вертеть. О. Да. Охренеть. А можно типа как-то его не то чтобы объединить, а... Ну, посмотреть. Ключ похоронного дома. Ну, понятно. Два заметки. Заметок нет. Хорошо. Тупик. Знаете, она мне напоминает чем-то главную героиню Контрола. Вот прям такая тоже вся из себя женщина. Властная, что ли? Я даже не знаю, как правильно. Как сюда посмотреть? Jack's room. It's like he never... Damn it. Ага, вот так. Все, оно само что-то поделало тут. Ух, какая резкость мыши. Вы чего? Что это такое? Come on, Jack. Where'd you put it? Понятно. Это okay. Ты к бате пришла? Let's do this the other way. Контроль! Для... Это что такое? There you are. Ага, ни хрена. Польша! Или что это такое? Похоже на Польшу? Похоже. Ку, назад. Я нашел зажим, можно посмотрю еще сюда? Part of the solidarity movement. He spent a few months in an internment camp, but even that couldn't dampen his spirit. Как интересно. Ну, вроде все. Блин, после этого Song of Horror попробуй еще перестройся. Можно тебя погладить? Подожди. I used to think I'd never fit in. But Jack... He didn't mind my weirdness. Отчим, что ли? Telling me I was special. Special — это прекрасно. Похоже на отчима, да? Ну, если Джек, а не папа там и все дела. Keep hissing at me. Who do you think's gonna feed you now? Jack was a humble, religious man. He ran a funeral home, and I'd help out whenever I could. It felt good to be useful. Ну хорошо. Кисоньку можно погладить? Это же было бы, ну, просто прекрасно. Блин, как же хороша главная героиня. Обалдеть. А, ха-ха-ха-ха, причесочка у нее. Прям как той затрыпанной из первой части Life is Strange, серьезно. Ух ты. Спаленка. Вау. Так, ну здесь я не вижу вообще ничего. Ладно, хорошо. Вот в... Ладно. Неважно уже. Моя реликвия. Да ё-моё. Чтобы напугать их? Да ладно тебе, сейчас посмотрим, что это так. Так, Мариана, возраст 3 года. Ха-ха, по центре анимации. Охереть. Торс верхней конечности. Ё-моё. Ё-моё. Вот так вот. Очень круто, капец. Да блин. Так, хорошо. Jack wasn't too amused, but he did his best to cover for me. I kind of feel bad for making him go through all that. Уважаемый господин Оркан, просим вас явиться на встречу с учителем, на которой мы хотели бы обсудить произошедший в четверг случай. Напоминаем, Марианна передала нам из учеников послание от его умершей бабушки. Что? Мы понимаем, что она так хотела его утешить, но такое поведение, по меньшей мере, неприемлемо. Поскольку мы уже не раз сообщали вам о проблемах ее поведения, мы считаем, что необходимо обсудить возможность дальнейшего обучения в нашей школе. Вот уроды, блядь. Пошла ты в жопу. Директриса конченая. Так, здесь. Фотография. Ух ты, приют. That was the least I could do. Spirits. There was a time I'd try to run from them, to ignore their calls. Это типа я или кто? Matthew was the first one I helped pass on. Matthew.
Какой-то парнишка по имени Мэтью. Ну ладно. Тут хорошо, что вроде как, по крайней мере, пока что не надо вот это вот все. I used to have a thing for him. Блин, класс. Don't know why, really. I guess they just used to make me happy. Jack knew it well. That's why there's so many of them here. Ну, отличное хобби, я считаю. Блин, наслаждаюсь пока что игрой, мне пока очень нравится. Ладно, у нас остается, по-моему, только выход. Правильно я понимаю или неправильно? Вот сюда. Тут можно что-нибудь? Ага, пальтишко. Или что это такое? Вот немножко неудобно. Вот с этим, да. Ага, это дверь. Подождите. С дверью. Сначала сюда. Сначала все открытое. Что там такое лежит? А что тебе надо? Покормить кота? Ясно, мне нечем. Значит, вот как это выглядит. Я понимаю теперь. Хорошо. Допустим, что так. Опачки, давай так... Питательно, говорит. Хорошо. Ну давай. Че он злится-то на нас? На. Here you go. What's your face? Glad to see you're still kicking around. Бедная киска осталась без бати. Что такое? А прочитать? О, господи. Давайте как-нибудь, может, сами, что ли? Читая сердце. Короче, умер мужик вот этот шахтер и пробила Клинтона здесь написано. Какая прелесть. Значит, понятно. Еще это какой это год? 99-й. Понятно. Хорошо. На кухоньке что-нибудь интересного есть еще? Видимо, нет. Тут я о чем говорю, что тут не надо, как в Song of Horror. Ого. Вилять камерой. Ой, это что такое? А... Хорошо. Как проявить фотографии? Просветите в течение 5 секунд. Окуните в проявитель. Окуните в стоп-раствор. Окуните в фиксатор. Понятно. А можно где-то сами фотки-то найти? Это что такое? Что это за херь? Хорош. Ну, давай проявим ее сейчас. Не надо. Не надо, говорю. Значит, 5 секунд, 3, 3, 3. Как это, блядь, работает? А представьте, я сейчас все запарю, и все, и труба. Ну что, 5 секунд сюда. Не хочет? Как-то вам такое? Нет, не хочет, говорит. Фотобумага. Поворот. Стоп. Ничего не понимаю. Просветите. Ну так хорошо, что просветите. Как я ее сюда должен положить? Она не кладется. Вот как это работает. Господи. Раз. Два. Три. 4, 5. Изи. Увеличенная фотография. Охереть. Так, дальше. Ну и в какую ее теперь пихать? Ну, в каждую по 3 секунды, так что. Но ну, тут надо не запутаться еще. Давай сюда. Раз. Два. Три. Опа. Проявитель. Так. Раз. Два. Три. Раз, два, три. Ух ты! Блин, ну нормальная фотка. Вполне себе мужчина такой. Не молодой, средних лет. Все, загадочка решена. Неплохо справились. А ведь можно было этого и не делать, судя по всему, правильно понимаю? Ничего себе, типа, на память не оставлять. Ладно, пойдем. Так, еще одна открытая дверь, и потом пойдем в закрытую. Халат.
А, это ванная, ёблок. Ладненько. О, бог, боже мой. А чё интересен тебе? Ну, читал человек вот эту вот артхаусную жесть. Такое себе на самом деле. Чё-то как-то я посмотрел кинчик, ну, такое. Некоторые прям просто от этого в восторге, ну, я не знаю, мне не зашло. We lived upstairs from Jack's funeral home. Да ладно. It wasn't as weird as it sounds. Besides, if it wasn't for that, I may never have learned to use my powers. Powers — это прекрасно. А что скажешь? А ничего не скажешь. Хорошо. Надо сюда. А ведь уже и не надо. Все. Ну ладненько, валим тогда. Опачки, сохраняга прошла. Хорош. А куда надо идти-то? Как это работает? Ага, пройдите к похоронному бюро. Понятно. Ну, явно не сюда, да? Ну, естественно. Shift не контачит. Как-то убей. Как бы ты сильно не давил, Shift не работает. Хорошо. Дождик, прям как у нас на улице, серьезно. Вчера был гребаный снегопад. Сегодня дождь. Что такое? Сюда тоже заходить не хотит. Интуиция даже не показывает мне, куда идти. Это печально, ну ладно. Как-нибудь без нее. Ну, можно было, конечно, и побыстрее топать. Хотя бы немножечко. Марианна. Ну, что так медленно? Ну, это же, ну, вообще чуть-чуть. Побыстрее чуть-чуть, маленько. Jack taught me to accept my condition. Condition? Of all my foster parents, he was the only one who saw it as a gift and not a curse. Блин, какая же она хороша прям с собой, я не могу. Мне прям нравится. Так, это что такое вообще? Последний путь. Понимаю. Пойдем. Ух, как тут все. Затоплено. Что такое? Ну вот она, да. Я даже дальше и пытаться и не буду. Что такое? Читить надо-то? А, господи. Ну пойдем. Я думал, тут открыто. А зачем мне? Отличнейшее начало. Преп-рум. The key should be in the office. Ты чё, ты прям работаешь здесь? Я так и понял, что... прям... Ну, я понял, короче. Работали тут. Зачем это? Древо жизни, типа. Ну, посмотрели, Иисус, да. Хорошо. Ключ вижу. Ух ты, какой... Потолстел, по-моему, мужичок, да? Потолстел. А чё это захоронение? Пол мужской. 76-й год? А чё это ему? Всего-то... Если сейчас 99-й, хотя хрен его знает. Краков, ну я же говорю, что Польша. 99-й. 33 года? Серьезно? ДТП? Сука. Так, подожди. Адам Новак — это не то. Это что-то мы не то смотрим. Мне Джек. Вот. Угу. В шкафу. Еще раз, секундочку, прямо маленечко. Ясно. Да тут подожди. А вот и он, собственно. Преп-рум, хорошо. Урны прям такие, елы-палы. И еще урны, ее нифига. Ну да, похоронное все-таки бюро. Да ладно, и еще. Музычка прям дает. Хорошо прям. Блин, пока все нравится. Пока очень нравится. Потопали. Угу. Ну, морг. Естественно, что морг снизу. Но мне все равно ж, блин, интересно, что у нас там-то. Что везде все осмотреть. Ух ты. Как будто заставка пошла, но нет. Блин, какая же у нее перчатка классная. Ай, прикольно, прикольно. Да. Морг вижу, подождите. Ну все же посмотреть на все, про все. Это же интересно.
Ух. Not sure if I'm ready for this. Да, а кто готов? Никто не готов. Это стопроцентная информация. Hey, а вот. Jack. Приветик. Алло, а галстук? I got your special clip. No. Where's your tie? Стоп. Секунд. А вот и он. Объединить. Ну как это сделать? Подожди. Объединить. Ага. Как оно? Snazzy. You wouldn't have it any other way. Спокойно. Ну вот, другое дело. I guess I didn't know what to expect. When things get personal, it just burns you from the inside out. There. I guess you're ready. Am I? People read the signs. It's closed. Это не люди. Начинается. Какая прелесть, темнота. Все как я люблю. Подготовьте хорошо. Поднимитесь наверх. Обалдеть. Так, что-то уже страшно мне. Что это такое? Скальпели всякие, да? Я так понимаю, что скримота тут будет только в путь. Я и так настроил. Блять, это что такое? Я туда не пойду. Я боюсь. Боюсь. Мне уже страшно. Офигеть. Так, ну мигает. Пошли туда, куда мигает. Где, точнее, мигает свет. Угу, начинается. Ну пойдем. Музыка охрененная. Просто топовая. Че в это хел? Ну все, приехали. As it did so many times before. Just when I thought my day couldn't get any worse. Это что происходит такое? Ага, вот так. Where is that darn notebook? I'm gonna be late. I need to find that. Marianne? Опа. Marianne, are you crying, my child? Ну, обалдеть же теперь, а? It's fine, Jack. Now, you didn't happen to see my notebook, did you, darling? My memory's a bit fuzzy. So much for aging gracefully, eh? Where is that? Listen, Jack. You should probably get some rest. Forget the notebook. Oh, no. I've got so much work, my dear. It's okay, Jack. No, I can't just... What? Let it go. It's not important. You are crying. What's wrong, dear? Oh, why
is it so cold in here? Where is that notebook? It's okay, Jack. It's okay. My sweet little Marianne. What would I ever do without you? Jack. Don't worry about it. It's time to get some rest. Oh, Marianne. Yeah? Oh, I'm worried about the surgery. When I'm at the hospital, are you sure you're going to be all right? Нет, но что поделать? Yes, Jack. It's going to be fine. You know, I promised myself once I would never let anything happen to you. Not while I'm around. I'll be fine. I promise. No risky stuff then. Huh? All right? All right, Jack. Now, get some rest. I need... Oh, yes, yes. Be good, Marianne. I love you, my child. I've loved you since the moment you walked into my life. Remember that. Always. Ну, охренеть. Охренеть. Most people would give anything to have that opportunity. To say all the things that were left unsaid. But it didn't make things any easier. I could help 1,000 souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. I love you too, Daddy. I used to think everyone saw the world the way I did. Divided. Torn between two realities. But no. I was the only one. Or so I thought. Опа. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. Who is this? You don't know me, Marianne. Охереть. But I know you. Look, if this is a joke... You'd need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Thomas. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. Да уж, конечно. I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts with a dead girl. Mm-hmm. Вот так. The Neva Resort. Find me there. Please. The light, it's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Shit. Ну охренеть. Да. Вот такие дела. Блин, как же мне нравится. Сцена такая сильная была. Это что такое? Блупер. Боже, что происходит? Чё все так глючит? Страшно-то как. Интересно, можно ли это пропустить, или тут что-то будет интересное? Потому что я бы с удовольствием это пропустил прямо сейчас. Тут есть замечательнейшая кнопочка пропустить. Но я не знаю, будет ли что-то, какие-то дети. Что-то страшное происходит. Психодел какой-то, артхаус. Все жужжит.
Гжегош. Попробуй это выговори. Так. Что-то страшное, действительно. О, пошло дело. Господи. Вот что это за беда какая-то? Трой Бейкер, хорош. Этого мужика я знаю. Блин, что происходит? Охренеть. Охренеть. Медиум З. З. Если быть точным. Ну пока что это просто чудесно. Это просто чудесно. Поехали, говорят. Я надеюсь, управлять не надо, потому что я руки убрал с клавиатуры. Это будет весело, если придется управлять еще. Ну давай. Классный байк. Either way, he sure seemed to know me. Зато я ни хрена не знаю его. Надеюсь, он молодой и красивый. На леса, прям Блэйр Вич. Лишь бы не заглохнуть сейчас. Приехали. Ой. Чё-то тут уже давным-давно никого не было, судя по всему. Байк жалко так оставлять. Красота. Уж постарались разработчики. Ничего не скажешь. Намного красивее, чем в контроле. The Neva Workers Resort. Right off the bat, I could feel there was something off about that place. Что-то не так с ним говорит. Пройдите через ворота. Ух, беда. Shift не контачит. Стоп. Спокойно. Естественно, сейчас скажут, что закрыто. Естественно, закрыто. Естественно. Ой, что-то просадочки пошли, просадки пошли. Говорит, думаю, опа. Привет из Невы. Тебе бы тут точно понравилась замечательная комната отдыха для детей, бесплатные уроки рисования, очень много семей, и сама гостиница просто огромная. Никогда такого не видел, жаль, ты так далеко. Фу. Эх ты, падла. Ужасно. Ужасно некомфортно. Ага, то есть вот так, хорошо. Блин, вот то, что тут 25 кадров, это печаль. И 26. Только что было 60, теперь 25. Ну что это такое? Ага, стоп, там можно что-то под... А, ну все, понятно. Сейчас будем перелезать. Воры! Воры! Вот шифта бы добавить, было бы вообще супер. А без шифта, ну такое. Такое. Е говорит. Ага, Е это взаимодействие. Ладно. You wanna keep me out, Neva? Нева. Или Нива. Как уж там правильно. Опа! We're gonna have to do better than that. Тогда тебе придется постараться, типа, не впустить меня, да? Хм. Можно куда-то вниз пойти. Или не надо все-таки. Лучше не стоит, да? Хорошо. Мало кто знает. О! Crazed workers, ancient curses, you know, the usual. Какая прелесть, а? Скажешь что-нибудь по этому поводу? Ничего не скажешь. Да и ладно. О, да, наконец-то появился shift. А вот тут почему-то 40 кадров. Какая прелесть, а? Как же хорошо, когда игра в 40 хотя бы кадров. Не говоря уже о 50-60. Побежали. А то идти пришлось бы очень... Опа, здорово. Йо! Йо, говорю.
Ух ты. Сейчас добежим, да и серию пора бы по-хорошему заканчивать. Пока все очень хорошо, начало прям держит так. Че это за хрень там на полу лежит? Это не бомба какая-то, а? Что такое? Ну отлично. Просто чудесно. Да-да-да, конечно. Какая прелесть. Маленькие дети. В самом начале игры она была такая покосанная вся какая-то, а сейчас она чистенькая такая, прям ух. Вообще просто. Хеллоу, конечно. Хеллоу. Не, ну я так пока могу и сам пробежаться. Мне это зачем-то, эта интуиция. Мне и так хорошо и без нее. С ней, конечно, получше. Но без нее еще лучше. А, приседать мы пока не умеем. Ладно, не умеем, и хрен с тобой. Не, ну, блин, а интуиция такая слабенькая, так мало задействована. Кружок такой малюсенький какой-то, да? Что такое? Спокойно. Опачки. Т плюс К 1968. Наверняка это какой-то код, пароль. 1968. Хорошо. Уж такую дату я запомню. Больше на деревьях ни хрена нет. Блин, опачки. А, это просто след. Ну и ручонка малюсенькая такая. Надо же, какая прелесть. Обожаю маленьких деток. Так, это просто чудесно. Она... Форт? Какой форт? Обязательно. Здесь ни хрена нет. Наверное, даже и смотреть не надо. Там завал. И тут завал. Ну да, маленькая девчушечка пошла вон туда. Расскажи мне поподробнее, что это такое. Внимание! Реновация приостановлена в связи с планируемыми археологическими раскопками на месте обнаружения останков. Обалдеть. Не надо никуда выходить. Ну пошли. Ну, ладно. Да, как минимум тут произошел завал. Тебе так не кажется? Блин, какая же сильная сцена была в начале. Ух, ну не в начале, ладно, когда мы Джека проводили. Бляха-муха. Обалдеть. Прямо обалдеть. Мне очень понравилось. Что такое? Спокойно сейчас. Куда ты Бля. Психодел. The split would come and go. If a place had a story to tell, well... I guess I was there to listen. Да, попробую тут еще все рассмотреть. Это тяжело и туда, и туда. Интуиция? Какие-то трупы, блядь. Все, интуиция не контачит. Не контачит. Е говорит. Ну хорошо, ну давай Е. Е так Е. Давай сначала класснем здесь. Мертв. Как и все, говорит. То есть эта херня не работает, я правильно понимаю? Правильно. Сейчас разберемся. Вот мразь. Питание. Я это прекрасно понимаю. Значит, надо как-то повлиять на эту... Опа, спокойно. Найдем что-нибудь? Ну, конечно, найдем. Естественно. Это что такое? Мячик. Маленькая девочка. Ну, понятно. Хорошо. Больше ничего здесь нет. А то я-то это одним мячиком я не это вот. 60 кадров здесь. Какая прелесть. А здесь 25. Ну почему все так плохо? Может попробуем немножечко покрутить? Прям маленько-маленько. Потому что 25 это слабовато. Слабовато. Дополнительно. Где-то что-то я тут покручивал. Вот здесь, по-моему. Кажется, здесь. Попробуем так. Один хрен 26.
Один хрен, 26. Тогда включай обратно. Включаем обратно это все дело. Так, хорошо. Отлично. Тени можем немножечко убрать. Так, отражения. Какие-то, боже мой, какие отражения. Зачем это вам? 25. Да и хрен с ним. Пусть пока будет так. Потом я покручу сам. Чем бы тебя это... Да ну ё-моё. Посмотреть. Тут некуда смотреть, если что. Первая загадка, я на ней сижу 5000 лет. Так, спокойно. Она куда-то ведет? Стоп. Так ведет, конечно. Но она ведет только сюда. А тут сфокусироваться я на ней не могу. Это печально. Побежали обратно. Ох ты. Тут-то мы еще с вами не были. Ну, наверняка тут... Опа. And soaked in misery. Figures, I guess. 1,000 years of history doesn't just happen. It's paid for. But even in the deepest darkness, light can linger. Lonely, fragile, waiting for someone to embrace it. Ну обалдеть же теперь. Забирай. As I absorbed the energy, I wondered who it was that left it behind. A dying soldier whispering the name of his beloved? Нахренеть? Or maybe just glad to be done with this world. А что сделал я? А еще можно? Это можно делать бесконечное количество раз, я так понимаю, да? Я так понял, хорошо. Ну все, пошли. Энергии напитался. Стоп. Быстрее никак, я правильно понимаю? Правильно, ну конечно, естественно. Пошли разбахнем эту. Очень медленно, это печаль, конечно. Но что поделать? Что поделать? Давай, расхерач эту. Блин, какая у нее рука. Ну просто Неро из 4-го Devil May Cry, а? Как вам? Обязательно. Чего? Нажмите, удержите Space, чтобы накопить заряд духовного взрыва. Обалдеть. Обалдеть. Сейчас будет бах. Sometimes come in handy, хорошо. Пошли. Вырубай. Ух ты. Сработало. Все. Я молодец? Отлично. Супер. Ух ты, что-то тебе... Existing in two worlds, but never really living in either. Вот так вот, значит, да? Ух. Ну что, интуиция? Маленькие ножки, понятно. Пойдем, пойдем по маленьким ножичкам. Стоп, не пойдем. Осторожно, огнеопасно. А, ё-моё. Не надо, я никак не привыкну. Ну ладно, что поделать. Огнеопасно, так огнеопасно. Можно ли где-то что-то поклацать или так? Пустой лес. Страшно. Опачки. Все, а нет, подождите. О, какая прелесть. Что-то нехорошее. Я туда не пойду. Я пойду сюда. Ну, конечно, следы ведут сюда, так что валим. Научили нас, короче, использоваться интуицией и пробелом. Каким-то духовным взрывом. Ёлы-палы, духовный взрыв. Какая прелесть. Так, да, что такое? Где я? Здесь нет ножек. Здесь нет маленьких ножек. Лес меня сейчас утащит. Ну, короче, какая-то тропа есть. И это прекрасно. А вот и маленькие ножки. Научите меня приседать. Ну, ладно. Не упади. Это хорошо. Это просто чудесно. Нева. Что такое?
Бля. Ох, тебя плющит. Это что происходит? Свет, о котором говорил этот мужик, серьезно? Нива говорит. Но Нива так Нива. The aura in that place. I've seen others like it, but never this intense. Пойдем по ногам. It was like a landfill of memories, emotions, and none of them good. Так, давайте сюда. Сразу, блядь, это что было? А что так больно и что так страшно-то, а? Дай погляжу. Таксофон работает? Так работает, конечно. О, какая прелесть. Что? Нашел ухо. I'm here. No, there's definitely something. Trust me. You made the right call sending me. Yes. It's only a matter of time. Я... Все? А, все. Even the objects here had auras. When I touched them, I could sense their stories. Вот так вот. Ну, короче, она прям... Images, feelings left behind. На все руки мастер. Просто могёт все. Потопали. Закрыто, естественно. Открывай, Томас. Hello? Anybody in there? Конечно. Locked. Obviously. Obviously. Another way. Ну ты это прям так жирненько намекнула, да? Опа, спокойно. Там сверху что-то есть. Что? I think there's a broken window up there. Понял. If only I could reach it. Да сейчас доберемся. Бабочка, между прочим. Well, а вот, собственно. I've proven my prowess as a dumpster climber. Ну хорошо, открывать. Shit, the handle's missing. Блять, какая ручка? Maybe I could replace it with something. Чем тебе ее заменю? Replace, говорит, something. Обхохочешься там? Что тут валяется? Что это такое? Ножищи какие-то, это, блядь. Правильно? Да, блин, как неудобно. Маленькие ножки какие-то, ну чё? Куда они? Куда маленькие эти ножки полетели-то? Чё-то я не сильно это понял. Давайте сюда побежим, пройдемся. Так, вот тут что-то есть. Что-то здесь такое интересное. Ножки, ножки, да-да-да. Надеюсь, я прибежал не туда же. Серьезно, я туда же прибежал? Ой, баран. Ой-ой-ой, ужас какой. Так, ага, сюда, значит. Нет. Не сюда. Как неудобно держать Ctrl и Shift, это просто беда. Я подумывал над тем, чтобы... Но так тоже неудобно, капец. Ладно, сейчас мы с этим делом разберемся. Чем-то, говорит, заменить. Чем заменить? Непонятно. Может, совсем сюда уже выбежать? Но я тупо хожу по кругу, судя по всему. Так. А вот сюда, смотрите, ножки-то имеются. Так, тут что у нас? Обалдеть, здесь территория. Обалдеть. Ножек не вижу. Вот, вижу ножку. И вот еще вижу. Но вот и куда она ведет? Хихикает она, значит. Ага, ах ты падла. Здорово. Now, what's a fine machine like you doing in a place like this? Doubling as a spare bedroom, apparently. Честная работа, говорит. Любимая. Лето в самом разгаре, дом отдыха забит до отказа. Сама понимаешь, работа по горло. Но это их хорошая, честная работа. Господин Рекович сказал, что я ценный сотрудник. Представляешь, в этот раз я не подведу, обещаю. F. Пресс F. Hope you don't mind if I, pop your trunk. Я не против. Ух ты, колесо. Опа. Что еще? Ничего нет. Алло, а это что это такое? This could come in handy. Come in handy, конечно. Ow, shit. Ты совсем охренел там. What the hell?
Дурак, что ли, совсем? Так же испугать можно. Дальше нельзя. Это прекрасно. Просто замечательно. Так, все, бежим. Бежим вставлять эту ручетку. Давай, быстро, 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 быстро. Я пока Ctrl не жму, потому что я как бы понимаю, куда мне бежать. Стоп. Стоп, 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 стоп. Дом отдыха Нева, 69-й год. Бляха, бесконечное лето. Польский рабочий Владислав Гамулка посетил Краков и принял участие в церемонии открытия дома отдыха Нива, нового досугового центра. Теперь рабочие Мальпольского воеводства могут вместе с семьей провести отпуск на лоне природы. Какая прелесть. Главное здание и коттедж оформлены с простотой и минимализмом, свойствами духа и философии социализма. Руководство благодарит господина Рековича, главного архитектора, будущего администратора и активного партийного деятеля, без которого строительство Нивы не было бы возможным. К 25-летию со дня основания Польской Народной Республики. Блять, хватит нажимать на Escape. Какого хрена? Все, побежали. Сейчас я тебе как всуну эту ручку, и все откроется. Все в этом мире, бляха-муха, основано на том, чтобы что-то кому-то когда-то всунуть. Кошмар. Провертел. Красавчик. Великое ограбление бака. Вот это шутка. 8 кадров. Вот это шутка. А можно сначала тут побегаю? Посмотрю, что тут есть. Так, если бы тут хотя бы что-то было, так тут ничего нет. Ну давай. Ух, какая. Что-то мне кажется, я так просто его не довезу. И это я еще даже не при... Это я даже еще не зашел вовнутрь. Как же медленно, а? Жестко. Давай, 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 давай. Все, огонь. Опачки, опапулечки. Сейчас будем заканчивать, потому что сколько можно уже бегать здесь. Давай. Опа. О. Сейчас что-то будет. Что-то будет. Не, ничего не будет. Осторожно, не пораньте. Осторожно, говорю. Опа, ух, как это было близко. Молодец, залезла внутрь. Блин. Все, обратного пути нет. Оп. Аккуратненько. Ну все, молодец, залезла. Да начнется приключение. Все, войдите в гостиницу, это прекрасно. Поищите Томаса. Блядь. Нива massacre. I need to find this Thomas guy and get the hell out of here. Тихо. Капец. На этой жесткой ноте предлагаю закончить серию. Какой ужас. У меня аж мурашки по коже. Спасибо всем, кто смотрел. Это был Медиум. Увидимся с вами в следующей серии. На канал подписывайтесь, лайки ставьте. Игра шикарна. Всем удачи и всем пока.